Двор на улице Маяковского, 80, из числа образцовых. Цветы, клумбы, игровые площадки. За всем этим жители следят и сами регулярно выходят на субботники. Подкрашивают, высаживают зеленые насаждения, убирают территорию. Недавно жители решили принять участие в федеральной программе по благоустройству дворовых и общедомовых территорий. Заявка была рассмотрена и принята. Была комиссия, было рассмотрение данной территории. Ввиду того, что это в центре города и здесь огромное количество населения проживает, и также и гостей города, было определено на комиссии, что данная территория попадает в данную программу. Кроме этого, на нашем округе также попала территория Крылова 12, 14, 16 и Космонавтов 34. Сегодня на объект прибыли специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства, подрядчики и представители управления по градостроительству и архитектуре. Их встретили общественники. Вместе обговорили детали благоустройства. Будут две большие игровые площадки, резиновое покрытие, будут тротуары плиткой, сделаны клумбы. Облагорожено. На строительство выделено 8 миллионов рублей. Подобные проекты уже были реализованы в Славянске на Кубани и Новороссийске. Контролировать весь процесс будут анапские коммунальщики. Будем контролировать и технадзорить эти объекты. Мы сейчас находимся на объекте Маяковского, 80. Вот, подрядчик на этой неделе уже приступает по этому скверу, по этому адресу. Значит, все по проекту будет делаться, то есть бордюры будут меняться, будет асфальтовая часть новая, будет газонная часть, парковочные места будут устраиваться, новые архитектурные решения, МАФы будут устанавливаться, тренажеры будут устанавливаться, все в таком итоге. Кроме этого, управление жилищно-коммунального хозяйства пообещало сделать освещение во дворе. По плану все работы должны быть завершены не позднее 20 декабря. Руслан Душевский, Анапа регион.